Чё? Я пахла весной. Друзья, всем привет! С вами Максим, эпичный индивид. Это Сочи, центр города. Сегодня 9 мая. Вот, ну, предлагаю подвигаться немножко, посмотреть, что тут вообще у нас вокруг происходит. Небольшие бабочки, зеленые елочки. Напряженные такие переходы, живые люди. Иду на звук, там что-то у нас происходит. Я такси, день. Вообще в Сочи всегда хорошо. Прям передо мной. Девочки с мамами. Мамы с девочками. Вот нашел небольшую сцену. Мотопарк такой у нас. Я думал, Дед Мороз. Когда-то на дни города я тоже так ездил, торговал. А сейчас могу себе позволить не торговать. Спасибо, друзья. Берегите друг друга. Великолепная Ольга Квасова. Во имя мира, добра и любви. Тихую пристань покидают они вновь и вновь. За мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой. Видится лед, за собою любовь. Что вы добрый, привет, наполняла сердца корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И солнце встретится на голос, но прекрасно. Среди земной, чтобы жизнь не постигнуть мудрость. Я каждый вернуться домой. Здесь семья, любви, любовь и верность. На которой стоит земля. Потолок расписной, такие колонны. Еще в прошлый раз любовался этим видом. А посмотрите, сколько яхт, катеров. Как тут мощно. Молодой человек, вот на такого класса яхта будет быть. Здорово. А сколько будет стоить такой лайнер? 800 рублей. Это сколько поездочка? 45 минут по времени, в группе до 10 человек. А если на сутки снять такое? 120 тысяч рублей. 120 тысяч, все, завтра приедем на это. Возможно, да? Давай. Благодарю вас. Праздник. 120 тысяч, друзья. Вот.
Вот, конечно, надоедает они со своими приставаниями. Ну, что поделаешь? Им нравится их работа. Да, вон та черненькая, на том же месте стоит, да. Никуда не ходила. Потому что они у них постоянно. А вот, друзья, легенды советского кино. Никулин, который говорит, не перепутать. Бабе мороженое, детям цветы. И вот они, бриллиантовые джентльмены. Первый, кто скажет, что он девочка, пусть кинет в меня камень. Друзья, пузатая прибрежная охрана остановила нарушителей. Да, нарушаем, да, друзья? Так это что, какая-то частная территория? Почему нельзя? Видимо, золото еще. День добрый. Пожалуйста. Курточка и зарядочка. Статуя. Она вообще не шевелится. Что тебе больше всего запомнилось в Сочи вот за твое время, пока ты здесь? Впечатлений мало. Холодно, дождь, и холодно.
Современная статуя, современная обработка. Телефоном. Ты вот там все. Что-то сочинских нет новых, я смотрю. Этих. Ну, нормально было. Ну и заключительно. Хари Кришна! Ой, ты с праздником тут. Почти закат. Что-то 9 мая, ну так скучновато на самом деле. Народу стало побольше в Сочи, чем в будние дни. Заметно. Все повылазили. Наверное, местные, наверное, кто-то за счет праздников и приехал. Можно сказать, еще пляжи пустые. Девчонки вон отстояли свою смену, видно, устали. Тут пофотаться. Помашите, умница, умница. Все едут, короче, за одной тачкой. Тачка ряженая, проехала. Или просто открыли этот светофор.
размер конструкции потрясает воображение, конечно. Довольный, странный конец. Серьезный такой, систематический какой-то человек. У вас автомат не тут. Да, на автопарке сегодня поинтереснее, конечно. Это художественный музей у нас. Собрание достоинств написано, не знаю, что это такое. Флагман. Смотрите, сколько тут сердец и замков. Все, выключили. Пора спать деткам. Дим, ты где? Я потерял тебя. Вот это не твои друзья. Че? Запахло весной. Друзья, ну вот такая обзорочка на Сочи у нас получилась 9 мая. Не особо интересно. Я лично. Просто, наверное, хочу в Крым или Индию. Сочи тоже здорово. Сейчас будут пляжи, будет движуха. Но сегодня, ну что, я рад за дедов. Спасибо деду за победу. Вот. Молодежь, не бухайте. Все, мир, что-то мое. Ой, там, да.
Что вот это такое?